Ребята, всем привет, с вами Александр, у меня суббота, вот сегодня воскресенье, вчера, короче, какие-то глюки были с Ноксом, что-то не мог зайти в игру Jurassic World The Game, пришлось ее переустановить, но оказалось, что глючило само приложение Facebook, то есть не хотело логиниться, пришлось удалить и то, и другое, короче, и вроде как зашел. Итак, у меня тут накопилось немножко событий, смотрите, раз, два, три, четыре события, мы сейчас четыре события в эту копилку сможем добавить, ну, сегодня, не прямо сейчас. Приступим немедленно к кайнозойскому бегству. Это, я что-то не помню, по-моему, это первое наше такое событие, бегство кайнозойских. Чтобы было 9, победить, но только кайнозойскими. Потом у нас есть испытание своей силы. Ну, здесь ничего интересного, просто как бы по одному бить обычными динозаврами один на один. Это вообще, короче, фигня. Потом есть хвост булава. Ну, здесь поинтереснее, может быть. Ну, тоже все легкотня. Травоядные X1 условия. Ну, и бой с усилениями. Что у нас здесь? Ну, здесь тоже какая-то легкотня. То есть, я бы хотел, честно говоря, чтобы с усилениями можно было сражаться вот этими с мега-крутыми гибридами. Вот как у нас такие турниры есть, да, но почему-то с усилениями там все наоборот. То есть, ни одного серьезного турнира у нас сейчас нет, но кроме вот этого. Так, ну что? Ну, тут must-have твари с большим хелсом. Допустим, титанобоушку все любят, возьмем ее. Ее вот тело Космила брать точно не стоит. Титанобоушку возьмем. Возьмем, давайте, Гасторниса и Мамонта. Этого более чем достаточно. Хотя не знаю, какого уровня сейчас у нас тут будут твари. Ну, по идее, должны быть ниже, чем легендарные 40 уровня. Ну, даже ниже. Тут у нас даже гибридов нет, здесь должно быть все проще. Да, вот начинаем с редких. Ну, сейчас титанобоушка, короче, свою длину напачкуем арктодусами всякими. Всего лишь 200. Это легкотня. Такой маленький, он как будто бы какой-то, не знаю, как это щеночек против анаконды. Где там твои 3,5 метра высоты? Арктодус, алё. Так, кстати, пока у нас тут, он у нас представитель зимних, как раз он слаб против титанобоу. Давайте накопим тогда 8 баллов. Раз, два, три, раз, два, три, четыре. Отлично. Ну, душечка, урон, ну, так будет, конечно, тыщеночка, да. Глиптодончик, там у нас идет адский кабан. Ну, нормально, давайте продолжать. Так, 4. Да. Целых 500 очков, вау, вот это ты выдал. Раз, два, раз, два, раз, два, три, 4. Ух, нифига себе, 3 в защиту даже поставил. Моща. Так, сейчас посмотрим, как титанобаушка будет смотреться против адского кабанчика. Так, наверное, стоит уже начинать считать, сколько там у кого баллов. Они так смешно хрюкают. Так, ну вот это, блин, энтелодон. Это просто зверь. Зверюга. Давайте так. Отлично, пробиваем. Ну, это такая серия, называется «Кормежка Титанобоу». Наверное, так и стоит ее назвать. По-другому не скажешь. Отличненько. Ну, наверное, уже длины титанобоу не хватило. Столько мы уже сожрали, уже 5 съели. Осталось 4. Мегистотери, это кайнозойский волк. Так. Раз, два, три, 4. Ну, тоже отлично. С минимальными потерями мы здесь все проходим. Тут... Давай, Мегатери, блин, у меня еще Эрематери не прокачан. Надо прокачать Эрематери, ё-моё. 6-5, 1 балл он себе приберег. Ну реально, Титанобоу сейчас все затащит. Зря взял остальных двух.
Давай, горбатый, выходи. Так, теперь у нас лис. Эндрю Старк, кстати, это один из крупнейших же, да, он с хищником, он же здоровенный был. Если мне память не изменяет. Отлично, пробиваем. Ну и последний остался тоже. Мегатерий. Короче, изи-катка получилась, ребята. Был супер удар, кстати. Так, ну может тогда птичку вызвать? Ладно, давайте сейчас мы посидим немножко. Вызовем птичку нашу. Раз она уж тут, пусть заклюет этого мегатерия. Ну, титанобоба просто гигантская. Моща! Давай, нету на тебя этого. А, ну Арктодус, да, там. Загрызал мегатерия. Ну ничего, мы его и так заклюем. Классно выглядит эта штука. Классно, бежит птичка наша. О, ребята. Вот это я дал. У нас таких три боя. Блин, что-то я опять не обратил на это внимание. Так, вот ты, говорится, зря, да. Зря я потратил так много. Ну ладно. Так много сильных. Ну, значит, ладно. Там у нас одна титанобоба затащила. Сейчас, значит, уже будут понемножку наших тоже подъедать, я думаю. Давай, Ординатериум. Жги. Так, Архиотерий. Пробиваем. Так, пошли. Зимние, ребята. Давайте подменимся. Я тут пока что особо баллы не считаю. Так, киська. Киська пришла. Сейчас нужно накопиться. Смотрите, 900 сил удара. Вот это моща. Блин, он взял и ударил на 3. Принес себя в жертву, так сказать. Так, ну пока что Гиенодон остается. Там идет следующее Синтетоцерас. Или как там его зовут. Ну ладно, пробиваем. Готовенький. О, и там дальше идут тоже. Бобры идут дальше. Да, Синтетоцерас. Ну, вообще не впечатлил. Неплохо идем. Тройка осталась. Смотри, 20-й Гиенодон тащит. Дипротодон, ну чё ты. Вомбат. Вомбат переросток. Давайте накопимся. Позволим ему проатаковать. Победа. Так, еще Эндрю Сарх. И кто там еще у него остается? И снова Гриптодончик. Ой, Дипротодончик. Одинаковая анимашка у них. Видели, как синхронно они скакали? Раз, два, три, четыре. Раз, два.
Ну, вот, я так понимаю, настолько, видите, редких, даже супер редких. А хотя синтетосерс был супер редкий, но по силе, в общем-то, даже до редких 40-го мы не доходим. Потому даже легендарный он 20 уровня, ну, супер-пупер, справляется. Так, отлично. Тогда. Ну, раз такие дела, то можно уже брать кого угодно. Давайте, пусть будет мамонт. Тили-тили и тили и тролливали, короче. И брантивали. Пойдем так. Победить 9 противников. Выполнено. Ай, я чё, я вообще-то атаковал. Блин, как так получилось, что я промахнулся? Зачем я поставил 2 в защиту, не знаю. На автомате. Так. Так, сейчас на птичке нужно опять насобирать 8 баллов. Фараракс. 61. Это вообще, это такой сильный удар. Просто печалька. Давай, атакуй на все 6. Покажи свою мощь. Черт, всего лишь на 3. Придется на 4 атаковать. Как бы не хотелось. Но не зря, не зря. На Динотере он не перенес ни одного балла. Так, крысеныш. Давайте сейчас мы тебя по-быстрому разберем. Насколько он меньше, чем наш мамонт. Так, синтетоцера. 17 левел. О, кстати, это депродадо. Ну, был у нас легендарный, да. Но слабенький, слабенький, слабенький. Синтетоцерос 6, давай. Можешь, молодец. Тоже резкий, как не знаю что. Так, ну уже как-нибудь даже научился считать, начал. На третьем бое. Так, Индрик. Давайте выпустим Тилика. Для разнообразия. Можно было опять же не защищаться. По привычке ставлю в защиту. Так, ну он опять проатаковал. Вообще неощутимо. Так, раз, два, раз, два, три. Индрик идет дальше второй. И еще один будет второй. Ну, кто последний у нас? Кто последний, тот и квач. Не, у нас там бурсук переросток. Оу, оу, оу. Так, раз, два. Раз, два. Вот так, да? Давай, тело Космил, вспомни Смелодона в атаку. Так, Саркастодон. Ну, хана тебе. Давайте мы его забодаем жуком-оленем. Рокстеди, в атаку. Вот так, ну неплохо. Неплохо. Да, теперь у нас такие турниры
только идут, получается, 3 раза по 9. Уже обычных одинарных нету, таких простецких. И нам дали легендарного Прианазуха. Отлично, да. У нас уже 18 из 28, осталось 10 и 12 дней, но мы сейчас получим, в принципе, сегодня еще целых 3. Так что идем с опережением графика, ребятки. А на этом все. Всем пока.